Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Сундук. Крылья, ускоритель приземления и монетный ускоритель. Ну, нормально, нормальненько. Так, поздороваемся, да? Привет всем. Всем, да, точно. Так, отправим результаты, итоговое место. Какое у нас там? Блин, не увидел, ребята. Опять же, мы очень, ребята, фейлимся. У нас по очкам очень мало. Нас переплевывают практически все. Практически, ребята, все. Что ж, ты с этим ничего не поделаешь. Забираем. Так, 25 самоцветов забрали. Так, здесь сундук у нас. Магнит, стартовый ускоритель. Бесплатный сундук у нас тут. Забираем. Так, крылья, ускоритель, фляг. Крылья на моноколесо. Это вообще полнейшая дичь. Так, ну что, ребят, я так понимаю, у нас сегодня светит 20 тысяч кубков, что ли, я так понимаю. Рэй, ты где был? Привет. В плане где был? Как где был? Да нигде. Дома? Где я был? Где ты был, спрашивает. Дома был, ё-моё. Так, призрай видео. Да, да. Пишу. Так, ну что, ладно. Пока меня не отвлекайте, друзья, я поеду. У нас глубоководная езда. Естественно, замена водилы. Так, кого бы взять? Давай вот этого, наверное, возьмем такого. И глубоководная езда. То есть, подожди. Поеду я на раллийном. Ой, Рэй, нафига ты взял раллийное авто с крыльями? Ну что такое ожидание остальных игроков? Ну вот начинается вот это вот. Тут начинается, ребят, тягомотина. Почему? Хех, я тоже. Почему начинается такая тягомотина, ребят? Я не знаю. Подожди. Да, я выберу вот эту вот тачку. Но, ребята, вот это вот ожидание остальных игроков — это жесть. Это либо надо перезайти в игру. А, нет, смотри-ка. Иногда просто, ребят, ничего не помогает в этом плане. Оу, тут и лихач еще. Ёпарасете, вот это я, ребята, сам виноват. А что я мог сделать? А я сделать здесь ничего не мог. ККМ-ка еще выпендривается, ты посмотри, а. Третьим. Да. Жиденько, я тебе скажу, мы проехали здесь. Опять 25, давай до следующей трубы хотя бы дотянем. Дотянули. Стоп. Здесь особо не газуем. Но здесь у нас отлично получилось. Что-то две ролики и вышли на финиш. А этих охламонов почему-то я даже и не видел в помине. Где они там зависали, без понятия, ребят. Ауч. Ну, пипец, ребята. Просто трындец. Ой, дай боже хотя бы третье место тут занять. Обделался, как всегда. Опа. Все, это крест. Крест, ребята, поставил. Получается, какое? Второе место, да, у меня? Или какое? Я не могу понять. У меня вообще здесь нету, по ходу дела. Что-то ничего не пойму. Себе я там почему-то, ребята, не увидел. Погоди, я же... Блин, я думаю, что такое? Я же вроде поменял же. О, так вот сделаю. Все, поехали.
поменял, но забыл, видимо, сделать готово. Поэтому как бы не зафиксировал. Оу, оу, куда ты? Да что ты? Слушай, крокодил, ты... Да-да-да, ребят, все. Блюдочный крокодил просто... Ты знаешь, вот эти вот первые гонки, так вообще, как будто я раскачиваюсь. Знаешь, как будто я просыпаюсь. У меня все начинается через одно место, блин. У меня только где-то к середине игры начинается вроде более-менее получаться играть. Не понимаю. Что? Вот сейчас что такое было? А что я там споткнулся-то вообще? Какой-то трактор вшивый нас победил. Да вы издеваетесь, что ли? А, ну трактор, я понял, почему, ребят, трактор, он на этих. Скажи, я скажу. Он на форсаже едет. Трактор едет на, на форсаже. Ну, это, конечно, труба. Труба дело. Второе место я занял. Да, мы так с тобой будем, знаешь, что, до посинения, по-моему, добираться до 20 тысяч кубков до наших. Что-то зачастили, я смотрю, лихачи у нас. Теперь какой-то Гарри. Опа, 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 ты видел? А, ну понятно, почему он пролетел, ребята. Он пролетел за счет крыльев своих. Если бы у меня были бы крылья, я бы тоже тут бы сиганул, будь здоров. Но у меня их нету, поэтому я никуда не сиганул. Вот тут я споткнулся. Тут я вообще врезался. Рэй, какого фига? Что происходит? Проснись, пацан, проснись и пой, ё-моё. Ну, что происходит? Едем четвертыми. Кто-то тут потерял шапку, что ли, свою, не пойму я. В общем, отвратительные ребята, я еще не ездил никогда. Вот именно на этой вот трассе, именно на железном магните, так паршиво я еще не ездил. Я не знаю, с чем связано. Раз на раз, ребят, не приходится. Даже иногда до более знакомой трассы, да, на которых ты уже потратил, я не знаю, сколько времени, можешь просто... Вот что-то пошло не так, и все. И хоть ты тут тресни. Нифига, ну нифига мы тут сундучок с тобой выбили. Сколько он стоит? Ну, можно его открыть. Так, что нам тут? Амортизаторы, форсаж. Форсаж нам выпадает на этот. И защитная арматура. Крылья и амортизаторы прыжков. Так, что там у нас дальше? Только сейчас ДЗ делать неохота. 6 по математике. Так, это уроки. Сколько рыб у тебя дизельная? Сколько прокачан? Как понять, насколько прокачан? На фулку, по-моему. У меня до 103. Как монет накопить? Так, ролик будет сегодня. Это однозначно. А вот как монет накопить, я бы сам бы хотел бы узнать, как, ребят, накопить. Я видел там, местные ухари научились как-то за счет каких-то багов копить. Ну, я, ребята, честно говоря, я в это не вдавался в подробности, потому что, ну, как бы меня это не интересует. Если это взломать, так проще тогда купить этот, не купить, а хакерную, ну, хак купить, короче, и все, и будет у тебя там хоть миллион монет. Интересно, ребята, в этом сразу теряется, поверь мне. Ты купил, ты прокачал все тачки, ты покатался там на каждой машине, и все. Я уже вам, ребята, об этом неоднократно говорил, что не стоит оно того. Нет, оно стоит только в том случае, если ты захотел, например, на один раз. Ну, то есть игру показать. Показать кому-нибудь, да? Скачиваешь ломку, взломанную, да? И просто... Показываешь там, например, каких-то персонажей, какие-то машины, что ожидает вас в будущем. Все. Ну, такие игры, ребята, когда у тебя взломанные, долго не привлекают к себе внимания. Они просто полностью теряют интерес к себе. Так, слушай, у меня машина почти
Как раздолбайка уже едет. Но едет, слава богу. Причем довольно успешно. Фига. Это зомби такой. Напоминает мне сразу друидку из Tower Conquest. Помнишь, у нее такая же корона. А вон, ребята, я только увидел. Так, большой воздушный кубок. Я только увидел, где у нас появляется 20 тысяч кубков. Не знаю сегодня, сможем ли мы с боссом совладать. Вот, смотри, я тебе говорю, что-то день лихачей сегодня. Что не гонка, так лихач. Лихач и, опять же, форсажа, слышь? Шуршит там. Кто там на форсаже едет? Раллийное авто. Кто еще там может ехать на форсаже? Я так понимаю, ему без форсажа вообще слабо, да? Пацану без форсажа, ну просто никак, да, не проехаться. Надо обязательно брать его с собой. Ладно. Шут с тобой. Куда-то он там улетел в Поднебесную. Так. Опа. Все. Ботан такой. Просто ботаник. Так, ну что, мы заработали сундук. Крылья ускорить. Чего нам все выпадает на этот? Я не пойму. Ты посмотри. Очень много деталей выпадает на этот буран. Я его прокачивать пока не собираюсь. Я не знаю, ребят, есть ли вообще смысл его прокачивать. Я на нем чуть-чуть покатался, и я понял, что это, ну, какой-то отстой. Буран именно. Какой-то не... Нет, ладно, фиг с тобой. Я не хотел, если честно, сюда заезжать. Не хотел, ребят. Диабло. Ну, Диабло меня выиграл за счет того, что, ребята, я упал. И на этом пригорке тяжело было мне сразу подняться. Когда ты падаешь на пригорок, и ты еще на нем должен подняться, тут, ребят, даже колеса фиг помогут тебе. А фиг ли он за мной стал повторять-то, эй? Я съехал, и он съехал. Нет, давай заезжай там на гору. Пыхти. Так, ну что, состыковка, да? Болотистый кубок. Погнали. Воу-воу-воу, Дэнни, потише, парень. Я говорю, потише на борту. Что ты против... Нет, ты посмотри, а? Хлыщ болотный, а? Нашелся мне тут. Сзади еще едет. Поджимает. 3000 монет, спасибо большое. Так, что там опять? О, скоро я дойду до штанов Билла. До штанов Билла. Где он там увидел штаны Билла-то? На вешалке, что ли? Ё-моё, сушатся где-то там. Скоро я дойду до штанов Билла. Хорошо, что хоть не до трусов Билла, ё-моё. Ай, блин. Иногда думай, что пишешь. Могут неправильно понять. Так, ладно. Я надеюсь, без обид. Просто звучит. Скоро я дойду до штанов Билла. Это что хочешь, то и понимай. Так, ладно. Ты насмешил меня просто. Ай, блин. Ладно. Все, проехали. Дай боже, тебе штаны Билла понравятся. Так, ладно, едем. Едем, не обращаем ни на что и ни на кого внимания. Жих! Красавчик, Рэй. Красавчик. Просто. Свиное рыло. Скелет. Так, ну что, у нас горный кубок. Блин, ну,
Горный кубок, ребята, гора Горер Розин, да? Есть. Ого. Так, эти что, ребята, здесь? Неужели они тут еще и смогут что-то сделать? Ну, я имею в виду победить там или еще что-нибудь в этом роде. Тут же подъемы все. Блин, вот меня вот Горгоры вот это вот, или как его там звать-то, Горгоры, канадец обставил. Это да. Опять же непонятно почему. Ехал первым, вроде ехал идеально, без, как тебе сказать-то, ну не было там каких-то косяков особых. И опять же он прыгает он дальше, чем я, например. И я лечу за тут, блин, фиг знает куда, как, кто и куда, блин. Этот монетный ускоритель, мне кажется, пора, ребята, отключать. От него толку вообще я не вижу. Слушай, а этот забрался, смотри, как лихо. Суперкарта. Так, ну что, на ледяной трассе кто будет лучшим? Мехди. Вот скажи, вот нахрена вот это вот надо было делать? Да, тут финиш, ребята. Че, ну я все равно первый. Хоть и он должен был быть первым, но каждая своя правда, поэтому меня поставили первым. Может быть, действительно этот монетный ускоритель чертовой бабушки убрать? А что его, а что без него тогда поставить? Вот стоишь как этот и думаешь, а что поставить вместо него? И ничего в голову вообще не идет. Вообще ничего в голову не идет, прикинь. Я не знаю, что, ребята, ставить вместо него. После успешных переворотов. Мне и ставить-то нечего на самом деле. Прикинь. Фига ты. Пацан, давай потише. Ну ёпперс, это, блин. Да. Проехал, называется. Нахрена я в эти ямы упал, блин. Ой, ё-моё, ну тут, конечно, трасса, да. Ну что это такое, ребят, ну. Да, попробуй этого чепушилу обгони. Фига он там. Вы издеваетесь, блин. Ёппр. Вот это дебилизм, ребята. Да. 2 очка всего лишь у меня. 2 очка. Твою налево, блин. Прокатился, называется. Давай вниз поедем. А вниз там точно есть проезд? Есть. Я еще и вписаться вниз не смог, ребят. Такая, блин, дорога, что врагу, блин, не пожелаешь, блин. А где этот Махди-то? Что-то я не могу понять. Махди-то где? По-моему, он, ребята... А, вон он приехал. Явился, не заплелся. На 3-е место. На 3-е место мне скинули. Ну, сам виноват. Так, кубок ледяного огня. Две гонки, ребята. Специально взял с крыльями. Надеюсь, уже не надо объяснять, почему именно здесь с крыльями берем. Так, ну что, вот он подъем. И
И почему-то Иван, Иван, Иванушка. Нет, уже не первый. А вот это вот, ребята. Да какое там горючее? Ты завязывай давай. Конец горючки, он мне пишет. Слушай, они же были все без крыльев. Как они подлетели? Я, ладно, с крыльями подлетел. А они-то как? Ой-ой-ой-ой-ой, неужели это... Пипец! Так, ну я... Ну прям у тебя очень крутой ролик, я твой подписчик. Так, почти... Это, ну, так, спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо, ребята. Да, но если... если бы вы видели мою сейчас... сейчасшнюю гонку, которую я сейчас прокатился, я бы не сказал бы, что круто ездишь. Хуже, ребята, я про... Вот хуже, чем сегодня, я, по-моему, никогда не ездил. Я практически на каждой гонке фейлюсь. Я не знаю, с чем это связано. Вроде все по стандарту, все абсолютно. Но фейл за фейлом. Понимаешь? Слушай, тут дофига наших. Тут батя, смотрю. Батя. Батя, кто там еще? По-моему, только батя. Аризар, это у нас немцы. Не, ну крылья в пустыне, в принципе, ребята, неплохо. Особенно, когда вот ты горючку еще берешь и порхаешь. Но опять же тебе говорю, что крылья не показатель. Потому что сзади ехало раллийное авто. Абсолютно, ребят, без всяких крыльев, без монетных ускорителей. И довольно неплохо. Давай, крылатая, пузатая. Вот. Опа. По красоте. По красоте, ребят. Ну тут отлично прокатились, тут не спорю. Ну мы так до 20 тысяч кубков будем с тобой до посинения идти. За что крутой так? Сколько года тебе понадобится? Воу, ребят, сколько лет? Лет 20, наверное. Я не знаю, ребят, сколько понадобится тебе, чтобы набрать миллион подписчиков. Не знаю, не могу сказать. Пришелец. Молодец, спасибо, пришелец. Так, ну что, мы... что я хотел-то? Я хотел гонку и убрать эти крылья. Нам уже здесь пока не понадобится, потому что здесь у нас идет немножко другая трасса. А с другой стороны так думаешь: блин, были бы крылья, бы я тут так порхал, как бабочка. Вот особенно вот на этих подъемах, согласись. Или вот тут вот. С крыльями-то оно всегда повеселее. Но зато, когда я убираю, ребята, крылья, я компенсирую это все сцеплением. Именно колесами. Так, там еще вертушка у нас. Опа. Вот так вот можно, ребят, перевернуться с полтыка. И вот это вот дебильно. Вот из-за этого можно и проиграть. Вот из-за этого, ребята, можно и проиграть. И проиграл на финише. Идиотская машина подлетела. Она, ребят, подлетает. И 3 часа приземляется на место. Ну вот смотри, ну что это? Эти все аглоеды, я смотрю, едут с этими с крыльями. Все абсолютно. Крылья им здесь не помогли.
Так вы так уже поддерживаете, ребят. Вы так поддерживаете видос грязные роли. Слушай, грязные роли, я уже не помню. Где у нас применяется багги или супердизель? На каких трассах? Я уже подзабыл, ребята, это. Что тут творится-то? Опять же, ребята, вопрос интересует меня. С какого перепуга у меня машину, блин, закидывает постоянно, а? Вот почему? Почему ее, блин, закидывает? Именно вот передок у машины просто закидывается. Туранза какая-то тут еще лезет, блин. Что за туранза? Слушай, ты достал, а? И никак, главное, ни, вообще никак его не обогнать, блин. Даже шанса нету. Смотри. Но в подъем просто влетает. Причем я не вижу, ребят, никаких там ускорителей у него или еще что-нибудь в этом роде. Едет там, я не знаю, что там. На колесах, на обычных. Туранза, блин. Вот смотри, у них машины едут, ребята, ровно к земле. Моя же у... Да что за туранза-то такая? Я не могу никак понять, блин. Он едет по этим кочкам, как будто ничего у него и нету. Моя бы машина тут уже подлетала бы фиг знает как. А он едет, и пофиг ему на все. Вот, зимний кубок, ребят. Зимний кубок. Здесь, ребят, очень важно сцепление, которое, в принципе, у меня есть. Нифига мы. Я смотрю, не я тут один, да? На сцепухе крутой еду. Слишком высоко, блин, подлетели. Оп! И на финиш. Он на своей Феррари обделался. Нет, у него был, конечно, шанс меня, ребята, обогнать, но он не воспользовался. Опа. Как-то полено еще подставили здесь. Самурай, вали в жопу, а. Почему моя машина летит так офигеть? Блин, ты видел, как его машина проехала? Его машина проехала просто по земле. Моя же вот на этом трамплинчике, она подлетела. С чем связаны вот эти подлеты, я не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, с чем, блин, связаны эти чертовы подлеты? Меня же прям бесит, аж закипает кое-что, блин. Пишите, тебе сколько машин прокачанных? Блин, аж не могу, ребята, аж прям все закипело. Ты, вот ты заметь, как машина едет. Она едет, начинает ехать, и постепенно у нее перед отрывается от земли. Постепенно. Если, соответственно, не сбросить кнопку газа, она будет у тебя... Давай сюда вниз. Ой! Нырнул. Ребят, надо запомнить, что... А как ты запомнишь, блин? С своей головой древой, блин. Что там, блин, тебя ждет, блин? Фура, блин. Что там, не ровная трасса, а фура. Фургон там стоит, ребят. Ты, то есть, прыгаешь и... Прям на фургон. Макарёк, крокодиловые отродье. Есть. Так, ну ладно, давай попробуем тогда взять еще раз первое место. Ну, чтобы быть лидером уже здесь, на этой гонке. Я вот к чему, потому что первый мы с тобой вообще свалились. Конкретно. На первой трассе мы разбились. Да, ребят, первое место, отлично. Несмотря на все, как говорится, невзгоды. Опа. Ребятушки, а у нас какие-то
брючки, клёш лежат там на вешалке. Сейчас мы их должны будем поднять. Да? Поднимем, надеюсь. Так, вначале здесь. Ну тут, наверное, было бы на багги хорошо ехать. Вот на этой трассе. Ты посмотри. Ехал уже сзади, ребята. Я не понимаю. Я когда ехал на вот этой вот, на суперкаре, ну никак-то невозможно проехать идеально, ребят. Ну невозможно, потому что она... она не приспособлена для этого. Для нее смерть, просто вот эти кочки и тому подобное. Всякие фиксики тут едут, прикинь. Что-то, мне кажется, тут первое место. Первого места не видать тут. Пипец, еще взял, еще и врезался здесь, вот тут. По мне, вот лично для меня, ребята, ККМ-ки проиграть — это позор, блин. Просто позор, блин. Я и проиграл, блин. Ну и что у нас там получается? 7 очков, первое место, замечательно. Кто-то там... о, наконец-то ответил. СПС. Так, ладно. Кто-то едет за штанами Билла, а кто-то едет за штанами Клёш. А возможно, кто-то едет и за трусами Билла. Кто-то. Так, спорткар, ну-ка вали. Вали забятин отсюда. Виктори. Слов нет, одни эмоции. Ну, опять, ребят, передержал кнопку, а? Просто с таким успехом, то, что мы вот с тобой все время почти на заднем колесе едем, проще взять ускоритель для колес. Именно он же там ускоряется, когда на заднем колесе едешь. Да хотя бы от этого будет толк. Так, ну что, ребят, почти штаны у нас в кармане. Давай, родной, не подведи. На наши супертачки. Да, в воду как-то ты паршивенько заехал. Так, а это что у нас, городская вода, да? По-моему, да, это же этот кубок у нас. Кубок городская вода. Так, ну что, давай здесь. Тут у нас выскочка. Да-да-да, это я помню. Ох, как сейчас там все поразмазывались. Ну, большинство так точно. Большинство точно там вырезалось. Ну и последняя гонка. Это уже, ребят, не имеет значения, каким ты приедешь здесь. Все равно мы уже будем... мы заняли себе, как говорится, первую позицию. Первую позицию мы все заняли. Оп. Ну, не дуркуй. Шикарно. Жух, полетел куда-то там. Непонятно. О, день гонок. Не меняем тачку. День гонок. Городская вода. Опа, чувак с крылышками. Так, а фура без крылышек. Ну, смотри. Абубакар, блин. Я что-то вообще растерялся, что-то мне так начал машину колбасить.
Чуть-чуть бы, и было бы все тип-топ. Блин, а там чувак на байке, прикинь. Ну, на мотоцикле, который этот имеет. Вот эти вот, как называть, бубенцы свои, короче, там несет, блин. Так, давай вот здесь без этих. Дорогуша, где же ты шляпу свою потеряла, а? Где же ты свою шапочку-то потеряла? Так, ну что? Давай еще одну гонку. Блин, Импумкин, ты запарил. Все время лезешь вперед, папой. Ауч, я так и думал, что ребята здесь... О-о-о-о, активировался. Индус. Кэл. Кал, Кэл. Наверное, это Кал все-таки, ребят. Кэл активировался под конец. Начал свои эти штуки-дрюки, короче, делать. Че, штаны еще не получил? Нет. Мне никто не мешает. Мне никто не может помешать снимать видос. Так, ну что, забытая шапка. Блин, ты прикинь, три гонки в городе. Это что-то, это редко. Редко так, ребят, бывает. Ну, лихач. Смотри, я даже лихача не могу здесь, ребята, обогнать. О, лихач куда-то там полетел в поднебесную, по ходу дела. Ну? Оп. Я уже приноровился, друзья. Я уже к этой трассе приноровился. Именно к этому прыжку. Но иногда может и не выстрелить. Иногда можно и перевернуться все-таки, ребят. Так, тут, по ходу дела, одна трасса у нас, да? Тут, по-моему, одна трасса. То есть одна гонка. Вот, как-то так и никак иначе. И посмотри, насколько, ребят, я оторвался от всех. Очень, очень долго, ребят. Ну, брюки наши? Брюки наши. Это новый костюм Билла Ньютон. Так, болотистый кубок. Три этапа. Болотистый кубок. Ладно, попробуем. Ну куда ты, блин, выпендриваешь, ну? Упс, ладно, фиг с ним. Я не хотел, ребят, так делать. Да чё с машиной-то не так? Чё она не едет-то у меня, не шиша, а? Фьюх. Блин. Ну это трэш. Моя машина ни хрена не хочет ехать. А чё он там замедлился? Опа, у него чё? Разве у тебя не... Блин, у него тоже нитро, ребята, оказывается. Я его и не увидел. Так. Ну, блин, гадёныш, а? Последняя, ребята, гонка. Чё у него так нитро, блин, офигенно прокачано, что он там... Круче улетел, блин. Давай, 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 рычик, дожимай. Дожимай, родной, есть. Есть, ребятушки. Фух. Все. Все, мы выиграли, ребята. Ой, ёк-макарёк. Замечательно. 20 тысяч кубков взяли. Ну что, друзья, давай, наверное, здесь попробуем еще на автобусе прокатиться. На автобусе. Под водой, на автобусе. Серьезно? Крыши уже нету. Сейчас, ребята, любой какой-нибудь толчок. Вот здесь, например. Оп! Это вы, конечно, хорошо придумали. Прям, ребята, нет слов. Так, что там у нас? До дизеля. До дизеля у меня не было никакой любимой машины. А, спортивная машина, спорткар был. Так, я... Все.
Я все, ребята, прошел босса. Как говорится, буду закругляться, мне еще надо в магазин. Так что, ребята, всем удачи и до новых скорых видосиков.